башкалары майы. Бизде бөле атасыз бар. Пап алмаен сөйлеген эшекләр алып берди. Бизде дә диде. Яй, кемазлар. İsmail Bey, müsaadenizle bizim canlı yayının izleyicileri için kısaca başka bir tatlı. Merhaba, nasılsınız? Ongaçlılıkta birge olacak. İnşallah. Gayar aşağılar. Beraber kardeşiz biz. İsmi Gayar. Buyurun, İsmail Bey. Yedin narod, yedin strane. Murat Hacı, Türkolog. Murat Hacı. Edeyi olozun. Evet, çok memnun oldum. Murat Hacı. Murat Hacı, bir haberler. Görüşmek üzere inşallah. İnşallah, birge bulduk daha inşallah. Birge bulduk, evet. İsmail Bey, kısa bir değerlendirme yapsak canlı yayın izleyicilerimiz için bugünkü toplantı, bugünkü forumla ilgili. Evet, bugün... Bugün burada Türk ve Rus dünyası forumunu yapıyoruz. Bu ikincisi yapılıyor. Türk ve Rus halkları için çok önemli tarihi bir gün. Burada Türk dünyasının ve Rusya'daki yaşayan Türk halklarının hemen hepsi burada bir araya geldiler. Ruslarla, Rus halklarıyla beraberiz. Zaten sadece bugün burada değiliz. Tarihsel olarak zaten 2000 yıldır, 3000 yıldır aynı coğrafyadayız. Bugün de aynı dostluğu, işbirliği, kardeşliği, aynı şekilde barışı, sevgiyi burada taşımamız ve barış ve sevgi üzerinden aynı aşkla konuşmamız çok önemliydi. Bunun, bu vesileyle de bu forumun Türk ve Rus halkları arasında işbirliğini çok daha fazla ileriye taşıyacağına ben yürekten inanıyorum. Bu vesileyle de tüm Türk ve Rus halklarını yürekten selamlıyorum. Teşekkür ederiz İsmail ben Bey. Teşekkür sağ olun. Sağ olun. Вот, надо идти. Пожалуйста. Вот чай заманы. Пожалуйста. Кладите, пожалуйста, кнопки. То, что сейчас микрофон, вы закончили кнопки нажаты. Из Сирии как раз вот выступал мой брат. Из Сирии, так вот, из Сирии, из Дамаска, возможно, пришли на территорию нынешней Евразии. Мусульмане и евреи одновременно. Вот Дербент, красочно говорит, древнейшая синагога в Дербенте и древнейшая мечеть тоже в Дербенте. И возможно, оттуда, значит, и продвигались иудаизм и ислам, и братские религии, ибо Исав и Яков, ну, братья. И Исаак, Исмаил, вот, родные братья, Библия говорит об этом. Не очень братья. Важна дружба горских евреев в России с мусульманами, они наиболее толерантные друг к другу. Вообще есть чему поучиться у нас, нам. Потому что до сих пор есть информационный вакуум между Россией и Турцией. То есть я хочу сказать, что если Турция, турецкому журналисту нужна какая-то информация из России, они эту информацию получают не из российских каналов, а из международных каналов, таких как Reuters, Associated Press, Start 4, то есть это американские каналы. Западные каналы, которые не всегда правильно характеризуют то, что происходит в России. И то же самое, если в Турции что-то происходит, российские журналисты получают это из тех же самых западных каналов. Соответственно, у нас получается непонимание, потому что западные каналы, которые ведут информационные войны как против Турции, так же против России, и не всегда говорят правду. Поэтому у меня вот как бы такая просьба, если это можно каким-то образом добавить в итоговую резолюцию этого форума, или каким-то образом можно донести, что напрямую создать контакт российских и турецких журналистов и Министерство иностранных дел попросить или приказать, или что-то еще, чтобы не препятствовал работу турецких журналистов в Российской Федерации. Потому что информационный вакуум – это очень важно. Если мы, как турецкие журналисты, не будем присутствовать в России, в российских СМИ, соответственно, это место занимает западные информационные источники, которые не всегда лучшим образом характеризуют то, что происходит в наших странах. Спасибо большое.
Хусейна Вакаря Рамазана, председатель Московского общества Азербайджана. Спасибо организаторам этой встречи, что наконец-то, так сказать, такая конференция по развитию российско-турецких отношений. Съезд показал, что настолько важна эта дружба между нашим народом. И мы все помним и летчика, который трагически погиб, нашего посла, российского посла. То есть какие наши враги, как бы не старались столкнуть наши народы, слава Богу, что все обошлось, все нормально, и в дружбе, так сказать, наш народ продолжил дружбу нашего народа. И Езин показал, что вот этот место вспомнить, что были позборы типа Багдасарова, которые хотели даже ядерный бомбы сам бросить, чтобы как бы столкнуть наши народы. Поэтому вот нам, нам людям, кто здесь присутствует, сторонникам дружбы между русскими и тюркскими народами, нам бы создать как бы такой информационный центр, чтобы не те люди, которые разжигают наши межнациональные отношения, межгосударственные отношения, а те люди, которые старались за дружбу между нашими народами. Если взять наших тюркских народов российских, мы и мусульмане, если взять тюркские народы, и буддисты, и православные, да, христиане, гагаузы, якуты, чуваши и так далее, и иудеи, крымчаки и караимы. То есть, если потенциал тюркского народа посмотреть, это богатая цивилизация. Всегда пишу в Фейсбуке, что наши православные христианские якуты, чуваши, гагаузы – самый крепкий мост между нашими, между Россией и тюркским народом, тюркским государством, между русскими и между тюркским народом. Наши караимы, крымчаки – хороший мост между тюрками и между иудеями, между Израилем и Россией и так далее. То есть, если посмотреть даже историю нашего России, что мы все видим, что мы выходцы из Кызылорды, мы все один народ, понимаете, все, так сказать, все кыпчаки, все половцы, понимаете. Если взять, что слово «Полку Игорева» написано на тюркском языке, еще до 200 лет монголо-татарского ига, это показывает, что мы один народ в одном пространстве. И как, я уже сказал, как многие стараются столкнуть наши народы, чуть не довели до войны. Я всегда пишу, что и здесь говорят, что только в союзе тюркских государств и России, и союзе России с тюркскими государствами, Россия и тюркские государства будут непобедимыми ни перед США, ни перед Китаем. Спасибо большое. А мы продолжаем наш прямой эфир. Я вам коротко расскажу маленькую историю о том, что происходит между Турцией и Россией. Последние 3 года отношения между Турцией и Россией кардинально изменились. То есть ровно 3 года назад, в 2015 году, после провокации западных стран, можно даже сказать не западных, а просто после провокации глобалистов, был сбит российский самолет турецким самолетом, и это чуть ли не стало причиной для войны. И я думаю, что вот такие провокации, как раз таки после таких форумов, не должны повторяться, потому что как раз таки название форума, как вот гласит вот это название, видите, да, международный форум «Русско-тюркский мир. Ответ на глобальный вызов». Как раз таки вот убийство посла России в Турции, сбитие российского самолета в Турции, и в том числе и другие провокации, они как раз таки глобальные вызовы, которые адресованы и российскому, и тюркскому миру, и русскому, и тюркскому миру. Поэтому я думаю, что вот подобные мероприятия, давайте в фоне вот Чингиза Айтматова буду стоять, чтобы вы видели. Подобные мероприятия, подобные провокации вот как раз таки не должны повторяться после того, как Россия и Турция сближаются и больше никогда не будут поддаваться провокациям глобального мира. Потому что то, что Россия и Турция усиливает, то, что их делает сильнее, это только их сближение. А по отдельности это будет политика «разделяй и властвуй», чему нельзя поддаваться.